Доброе утро, ребята! Доброе утро! Как настроение ваше? Хорошее! Ну, хорошо, значит, у нас урок хорошо получится, да? Так, а тема сегодняшнего нашего урока будет разучивание нашей музыкальной сказки о глупом мышонке. Самая основная тема, да. Теперь, значит, мы с вами, как всегда, распеваемся, разогреваем наш голосовой аппарат, то есть работа с дыханием, распевочки. Потом занимаемся сказкой. Что нам нужно в этой сказке основное? Чистое интонирование. И что? Эмоции. Правильно, правильно. Артистизм наш, да, мы должны показать. Так, дальше. Если останется у нас время, значит, мы с вами повторим пройденный материал. Ну, приступим. Подъем. Как всегда, давайте подышим. Ручки. Сюда вот, прям держим животик, да? Дышать вы знаете как? Куда дышим? В живот. Диафрагма, да, называется. Так, ну давайте. Сначала коротенький вдох и резкий выдох, помните, да? Надуваемся сюда. Вдох, пошли. Носиком вдыхаем. Ртом резкий выдох. Еще раз. Еще развивайтесь. Чувствуете, как у вас работает животик? Чувствуете? На выдохе, да? Так он напрягается все. Так, ну теперь давайте не дышать. Как мы с вами на длительность, да? Сколько мы с вами выдержим? 15 секунд возьмем? Да, можно и 20 в принципе. Ну не надо, нам хватит 15 секунд. Так, делаем 3 вдоха. 3 вдоха, выдоха, а потом хороший вдох и держим, я считаю. Поехали, вдох. Вы оставите животиком вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И набираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, молодцы, все справились. Вот, а теперь, значит, упражнение. Теперь звук поем. Закрытый ротик, да? Во рту как будто бы горячая картошечка. Губочки чуть-чуть согнуты. Если будете щекотать губки, значит, вы правильно делаете. Сюда звук, сюда. Не туда, сюда звук. Так, все, поехали. Ровненько держите звучок. Еще раз пробуем, держи звучок.
Еще разочек. Слушай, то ры.
еще одну ноту. Полтона или тон? Да, прям на полтончика, ну. Подходить, но как бы вот это твое место. Ну, давайте попробуем.
ты просто вот ляжь, нет, не так. На бок. На бок, кто ж тебя так увидит? Зритель-то как тебя увидит, а не коленки тут твои увидят. Вот сюда на бочок приляг, полежал, не можешь, встал, передвинул сюда подушку, тут полежал. Это вот пока идет вступление, да? Давайте еще раз попробуем. Все, ложись. А мамочка не знает, как же успокоить ребенка своего. Все, сел. Bye.
Стало белым желтушь.
страшного. Так вот и спой страшную. Давай мы сделаем иго-го, не иго-го, а вот иго-го. Давай что-нибудь придумать. Может быть, просто крикнешь. Иго-го, поет лошадка. Именно страшно сделай. А то у нас сильно, она такая нежная, такая красивая лошадь, прям приятная. Иго-го, громко сделай. Иго-го. Иго-го, что-нибудь такое. Иго. Ну как лошади? Ты слышала такое? Иго-го. Просто перейди. Иго-го. Ну? Иго-го. Давай. Пробуй. Иго-го. Иго-го. Ну вот поэтому это близко надо микрофон сделать. Это должно быть страшно. Да. Давай. И. Иго-го. Стала петь мышонку кошка, не так прямо подошла к микрофону, теперь у нас Полина отодвинулась, а ты прям подошла, но не сильно, потому что она не стоит. Пошли. Стала петь мышонку кошка, спит кошка, мяу, 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 мяу,
я тебя съем. Вот прям вся вот такая, еще давай пробуем. Все.
значит, за ручки идете между девчонками вот сюда, вот сюда. Вот сюда, да. Вот сюда. Проходите в их ряд. Проходите. Ничего, что я выше мам. Все, встали. Вот только они встали, да, только вот вы видите боковым зрением, что они встали, сразу раз все поклонились. Просто голову. А, кто-то топать должен. Тёма, встань ровненько. Все, вот вы встали в один ряд, близко к ним. Что ты там? Ага. Пикуля, да? Просто так. Еще раз. Нет. Топ. Раз. Получается. Потому что откуда вы знаете, кого там? Еще раз. Ну что все-то топаете? Только Вика топает. Ну, Тёма. Еще раз. Оп. Раз. Так, у нас по времени. Не успеваем, к сожалению, смотреть. Так, ну ладно, всем спасибо. Урок окончен. До свидания. До свидания.